Увидеть, как тренирует профессионалов крыльев советов бельгийский специалист Франк Веркаутерен – мечта каждого самарского мальчишки. Чапаевским ребятам повезло. Чемпионы дворового футбольного турнира «Кожаный мяч» команда «Луч» не только увидели тренировку своих кумиров, но и получили от них сувениры и автографы. Это для нас неожиданность. Но когда нам сообщили, что мы поедем на базу крыльев советов, то для ребят это был просто восторг. В истории советского, да и российского футбола случалось, что спортсмены турнира «Кожаный мяч» попадали в профессионалы. А чтобы работа дворовых тренеров была еще более продуктивной, областной Минспорт наградил их почетными грамотами. Это первая экскурсия именно для юных футболистов, которые посмотрели открытую тренировку. Я думаю, что у вас стимул есть, поэтому еще раз всех вас поздравляю и хочу пожелать, чтобы вы уже выступали на более таком высоком уровне. Нападающий Александр Архипов футбольное искусство постигает уже 5-й год и, конечно, мечтает попасть в самарские крылья. А еще надеется, что сборная России достойно выступит на Мундиале. Ну, шансы хорошие, потому что сейчас Слуцкий пришел, Слуцкий стал тренером. И он наладил игру в команде. Наставник крыльев Франк Веркаутерен дал юношам несколько ценных советов. И главное из них – любить и наслаждаться футболом. А успех придет обязательно. Выигрывать важно и нужно делать все для этого. Но для вас победа – это еще становиться лучше на поле и в жизни. И я надеюсь увидеть вас в профессионалах. До старта Мундиаля остается все меньше времени. Оказаться в основном составе 15-летним футболистам уже не удастся. Однако впереди еще множество розыгрышей Кубка мира, а значит, шанс у чапаевских юношей есть. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.